Каждое утро по дороге на завод Станислав Баранов переживает, как там отработала его ночная смена. У него в подчинении 4 мастера, коллектив полсотни человек. Основная задача – выпустить качественную продукцию в запланированном объеме. А для этого необходимо соблюсти, выдать, согласовать, обеспечить, требовать выполнения. Все как на любом сложном производстве с непрерывным циклом. Станислав трудится на Новезе 11-й год, а ведь оказался здесь случайно, имея только удостоверение стропольщика. Пришел только из любопытства. Хотелось мне работать на заводе. Еще работал на другом предприятии, пришел просто поинтересоваться, есть ли какие-то вакантные места. Это был 2007 год, апрель месяц. Пришел узнать, предложили. Пришел абсолютно неподготовленный, был просто простым стропольщиком. Здесь уже свои нюансы за стропольщика. Научился, быстро обучился всему. Теперь вот уже поднялся работать старшим мастером. Прошел мастера. Работал мастером. У него был стимул, было желание, его было сразу видно, что он хочет работать и будет. Зарплата его устроила, условия показались подходящими. Быстро стал подниматься по карьерной лестнице. Одновременно получал высшее образование. Для многих сам стал наставником. Человек порядочный, то есть знает свое дело, конкретно как бы четко дает все указания. То есть не надо там, допустим, по нескольку раз переспрашивать. Поставил задачу, все. С расширением производства здесь увеличили штат. Подбирают сотрудников тщательно, чтобы трудились дружно плечом к плечу. Станислав Баранов даже супругу свою сюда привел. Она у него работает крановщицей. Теперь заводские дела стали семейными. Трудятся ради общего дела. Всем коллективам ищут узкие места, вносят казен предложения. Не побоюсь этого слова сказать. Я 7 дней в неделю в этом цехе. И я вижу, где что можно улучшить, где слабое место. Также у меня мастера проявляют активное участие в этом, также советуются, также говорят. Ну и сами работники, которые непосредственно делают, выполняют задания, тоже они видят, где бы они сделали что-то лучше. Стабильная зарплата, дружный коллектив, работа недалеко от дома. Предприятие развивается, многое делается для улучшения условий труда, говорит Станислав Баранов. А когда завод живет, дышит полной грудью, то и работается в удовольствие.